Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу поздравить канал Богдан Летсплей. Он снимает видосики по Мазингу на первом серии, также снимает МТА и другие игры. Всем советую, ссылочку на его канал я оставлю в описании. Подписывайтесь, давайте поможем ему набрать 700 подписчиков. И всем приятного просмотра. Так, всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Север Ролиплей. У них здесь Кирилл Путбуль. Водить ему не при регистрации, в принципе, сейчас еду, пацан, за новой машиной. За новой машиной, самая дорогая машина в автосалоне. Я продал Lexus и Mercedes, оставил себе только Lamborghini. На руках у меня сейчас лям 300, в принципе, я думаю, этого хватит. Я не помню, сколько она стоит на самом деле, по-моему, 11 с чем-то. Это у нас гелик шестиколесный, конечно, гелики не люблю, но хочу посмотреть, за что же отдавать такие бабосы за эту машину. Почему же она таких бабок стоит и стоит ли вообще ее покупать? Ну, чисто у меня будет самая дорогая машина серии, это тоже довольно-таки неплохо. Блин, сейчас бы разложиться на серию. Фух, повезло. Я играю сейчас поздно ночью, сейчас у нас 10:30 по Москве, у меня сейчас только 10:30, по-моему, если я не ошибаюсь. Сейчас еду в автосалон, находится он на Шане. Мне эта ламба больше всего понравилась, потому что Lexus у меня есть на Мазнике, мне он надоел. Mercedes, он был сломан, да и я хочу просто эту тачку купить, чисто гляну, что это за тачка. Потому что может она какая-то особенная там. Возможно, на боком охрененно валит. Потому что здесь зимняя физика установлена, как я понял, модпаки. Да, возможно, на нее винилы даже есть. Ну, хотя хрен знает. Ну, посмотрим, короче. Надеюсь, мне хватит. У меня 13 миллионов и в банке там 700 чем-то тысяч лежит. Я думаю, мне хватит. Также у меня есть 150 рублей надо на счету. И мы поставим на нее блат номера. Ну, не знаю, возможно, я потом ее просто продам. Либо можем ее разыграть потом. Там, напишите в комментариях, в принципе, так, лучшим ее. И погнали за новой бричкой. Вот эта машина, она стоит у нас 12,5 миллионов. Блин, 12,5 миллионов, пацаны. Это просто жесть. Ладно, покупаем ее, черную купим сразу. 12,5 миллионов. Ух ты, ёб твой налево. Это, конечно, сильно. Ого, блин, у нас место так рвет еще. Вот это, блин, я думал, поменьше будет, он какой-то, прям пиздец большой. А, я понял, это у нас монстр заменяет. Видите, у него колеса и задние, и передние крутятся. Ну, прикольно, чего, на нем боком будем валить жестко прям. И с подписчиками можно будет еще, не знаю, когда у меня время будет стрим сделать, потому что сейчас там у меня проблемки, я не могу стримить, короче. Но можно будет постримить, с вами покатаемся. Интересно, вы сможете в кузов запрыгнуть ко мне и ехать со мной? Надо будет тоже это проверить. Конечно, махина, блядь, здоровая, пиздец просто. Сейчас мы поедем, в принципе, перекрасим ее. Диски я трогать не буду, по-любому нитро поставим. И блат номера воткнем в нее, когда уже протюнингуем ее. Такой бандос чисто едет, смотрите, там бандосик такой едет. Чисто на гелике таком. Ну это сильно, конечно. Это довольно-таки сильно. Ну блин, прикольная тачка, но она медленная. 99 километров, конечно, это не очень. Пацаны, сейчас время, сами понимаете, поэтому не бомбите в комментариях, что я вот на красный езжу. Хотя, возможно, админы есть в сети, поэтому меня могут наказать. Ну, я думаю, этого не произойдет. Надеюсь, точнее. Но мы тем временем уже поехали к тюнингу. Давайте протюним ее. Чисто, ну, чисто поставим нитро и покрасим. Тюнинг. Так, покраска 170. Сделаем вот таким цветом сейчас. Вот, золотой пусть будет. Закись азота попробуем. Да, во. И покрасить. Не, покраса на нее нету. Окей. Ну, блин, круто выглядит теперь. Золотой такой гелик, знаете, чисто мажорчик. Так, я вот сюда отъехал. Давайте поставим на нее блат номера. 150 рублей блат номера стоит. Вот, блат номер. Вот, G65 AMG, да. Россия. Ну, давайте, какой номер, даже не знаю, поставить. Хм. Давайте, блин, я даже не знаю. Хам может поставить. Хам это 655. Давайте 655. Ну, типа 65-й гелик. Или можно 0.65. Давайте попробуем просто 655 просто сделать. Так, и. Так, буква. Буква А. Давайте А. А, походу надо русскую букву А. Окей. Хам.
А, во, хаммер. Ошибки пробую еще раз. Так, я поставил хам 3 пятерки и 77 регион. Но тут написано, что номера появятся после рестарта или использования фикс-кар. Давайте, наверное, поедем домой и посмотрим, как они будут смотреться, эти номера, на машине. Честно, пока что ее прикола не понял, но можно тут водить боком вот так вот. Просто можем кого-то переехать, я думаю, хотя это запрещено на сервере, но все равно боком, видите, как она идет. У нее колеса поворачиваются, просто нажимаете Shift, по-моему, или как он называется. Пробел нажимаете, и колеса задние крутятся. Это довольно-таки круто. То, что колеса так крутятся. Ну и по бездорожью просто вы сможете ездить. Но максималка у нее маленькая, 96, по-моему, и 94 даже. Это маловато. Но сама моделька, в принципе, выглядит довольно-таки круто. Я вам скажу, реально круто выглядит. Я за нее дал все свои деньги, можно сказать. Ну, еще в банке есть. И на руках у меня сколько, кстати, осталось? 500 тысяч. Ну, и думаю, этого пока что хватит. Еще потом ее продам. Но если я буду продавать ее в ГОС, то это выйдет 6 миллионов 250 тысяч. Ну, не знаю, пока что на ней покатаемся. И покатаемся на ламбе. Так, давайте пишем фикс кар. Ой, так, давайте припаркуем сначала ее. Так, все, я припарковал. Фикс кар. Прописываем. Так, это я заспавнил эту машину и вот эту машину. Так, что ничего не изменилось. Наверное, на нее номера не ставятся, блин. Я что, зря блат номера поставил? Эх. Хотя, может, мне релокнуться надо. Ну, в принципе, ладно, я это не буду проверять. Теперь у меня вот такой вот гараж, в принципе. Дом там улучшать нельзя, я так понимаю. Банки мне сколько осталось, давайте посмотрим. Так, это не то. 750 тысяч банки осталось. У меня получается лям 200 где-то, да? Лям 300 даже где-то получается. Ну, нормально, что. Кстати, вот, блин, бизнес стоял, похоже. Ну, хотя я думал, он не актуальный здесь. Я не знаю, какой здесь онлайн днем, потому что я зашел ночью. И я без понятия. Так, пацаны, так делать нельзя. Я чисто хочу объехать. Мне интересно, здесь банки есть вообще в Батырево? Потому что в Южный постоянно ездить, я немного задалбываюсь. Да, кстати, здесь есть банк. Давайте зайдем, оплатим дом еще. Хотя я сегодня оплачивал уже, но посмотрим, насколько у него денег сняло. Так, давайте подходим. Все, я снял все деньги. Там всего лишь 400 рублей сняло, в принципе. Ну, каждый час 200 рублей снимает. Ну, я думаю, 50 рублей мне хватит. 50 тысяч не хватит на неделю. Я буду каждый день заходить, в принципе, здесь играть, оплачивать его. Ну, вы тоже, в принципе, можете заходить. Так, это у нас аренда машин, как я понимаю. А здесь нельзя вертолетом купить и так далее. Я просто об этом не знаю. Кто знает, напишите в комментариях. Давайте проверим по бездорожью, в принципе. Ну, я думаю, она везде заедет. Она полноприводная, в принципе. И подвеска, смотри, какой клиренс просто. Ну, она может перевернуться, потому что она кренится, видите? Она... А, не, если бы она пошире была, как сам монстр, он же такой широкий. А этот поуже. Но колесная база, в принципе, вроде такая самая. Подвеска у нас все отрабатывает. Круто, пацаны, круто. Ну, не знаю, стоит он своих денег или нет, в принципе. Ну, мне по кайфу чисто покататься можно, я думаю. Но покупать вам, я не знаю, советовать или нет, в принципе, у кого есть такие бабки. Ну, прикольная машина, но, блин, я думаю, вам она надоест, в принципе. Да, можно покататься там и так далее, типа статус, не такая большая, типа самая дорогая. Ну, уникальная. Уникальная, думаю, за это она такая дорогая. Из-за того, что она уникальная, в принципе, и это огромный джип. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все ссылки будут в описании. Там IP, группа, модпак, мой ник. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.